В рамках 5-го форума малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС бизнес-омбудсмены России и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей. Документ подразумевает долгосрочное сотрудничество в решении общих задач. По словам Бориса Титова, стороны накопили важный опыт в части работы с предпринимательским сообществом и готовы им поделиться. Кроме того, у стран постсоветского пространства много схожих проблем, и только совместными усилиями их можно эффективно решить. Вот, например, то, что связано с правоохранительными органами, конечно, мы все импортировали или унаследовали достаточно жесткий режим, который был еще в Советском Союзе, мы это чувствуем сегодня. Конечно, мы жили и развивались 70 лет без всяких бизнесменов, такой подпольных, да, и поэтому мы унаследовали вот эту подпольность любой ментальности бизнеса, да, потому что чуть что сразу в тень. В этот же день договорились о сотрудничестве руководителя торгово-промышленных палат Башкортостана и Абхазии. Свои подписи по документам поставили президенты ТПП Тимур Хакимов и Тамила Мерцхулава. Документ призван укрепить торгово-экономические отношения между регионами и вывести их на новый уровень.